Привет, друзья мои. Здравствуйте. Короче, картину хотел вам показать, которую я купил недавно. Я ее не показывал. Это алмазная картина. Вот, набор для творчества алмазная картина. Ну, все знаете. Я делаю алмазные картины, выкладываю. И купил вот такую вот еще. На 550 рублей стоит такая вот красивая вот. Вот так, сейчас покажу. Она вот так вот выглядит, друзья. Она сейчас такая красивая, наверное, сейчас выглядит. Видите, вот такая вот бабочка. Это вот бабочка и вот такой вот, по-моему, цветочек. Вот. Вот, вот такая вот красивая картина. Вот. Вот так она вот выглядит, друзья мои. Яркая. Вот, очень яркая. Бабочка очень красивая. Сама, короче говоря, вот смотрите, она прям блестит. Вот это вот, смотрите, номера, которые вот это вот. Видите? Как она, вот смотрите, вот. Слой нормальный, вот видите. Вот, ровненько все такое. Пропечатка картины хорошая. Вот. Пропечатка картины хорошая, красивая и нормальная. К ней прилагается вот это вот. Карандаш стилус и вот этот вот, вот эта штучка для стразиков. Сами стразики, сейчас посмотрим, друзья. Сами стразики вот такие. Сейчас, короче, я не буду распечатывать потом, когда буду делать. Стразики вот такие, друзья. Есть вот такие, такие, такие и такие. Разного это. 19 цветов. Вот, 19 цветов. Картина, как говорится, легкая. Вот, легкая. Вот, очень хорошая. Как ей тут делать все? Вот, ну ладно, друзья мои, всем хорошее настроение. И мы будем делать картину потом. Как вот это сделаем, ту. Сделаем другие картины. Это я хотел просто вам показать, какая она. 40 на 50. Вот, холст хороший. Смотрите, оно все чинно, все сделано. Вот так вот. Красота, друзья. Красота. Переходы идут. Вот смотрите, сколько переходов идет. Вот. Переходы. Вот, друзья. А ну, а на этом все. Всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами был Скорпион. Всем пока.